И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Змел, Покемон Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Мы сегодня играем роль аниматроников, а подписчики будут выживать. Очень много зашло людей, поставили 16 слотов. И если вы хотите тоже с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну и не забывайте подписывайтесь на канал. Если убьете, кушайте, приятного аппетита. Фух, все сказал, а мы начинаем. Так, ребята, давайте, когда будем нападать, дадим им немножко время, позаглядываем в окна сначала, а потом пойдем, да? Да. Ого, они сами друг друга поубивали, они так что... Они друг друга поубивают. Я, друзья, ну что ж, если понравилось это... О, чилипиздрик пришел. Ну что, идемте вовнутрь. Там уже подписчики ждут нас. Аниматроников. Это аниматроники. Вы что тут делаете? Воу, звук прикольный. А, они друг друга спамнятся. Пацаны, отлетать надо. На вы отлетайте. Они убирают. Это череда смерти, смотрите. Надо улетать, пацаны. Ой, на втором этаже тут весело. Бум. Идите на второй этаж, здесь вообще классно. А я, Димончик, иду к тебе на работу в пиццерии. А кто на Эдмар Фокси поставил? Бум. Димон, это что, лучше калитки, чем у тебя? Смотри, Димон. Не, хуже, походу. Хуже. Резинки от трусов выушные, ты новые постоянно ставишь. Да, я постоянно новые трусы использую. Резинки. Да кто там бегает с дубинкой? Что они тут наделали? В общем, мы их это... Вам надо новые калитки поставить, эти уже бракованные. Так, да, так, ты чё тут ходишь? О, смотри, они тут, значит, уже лестницу обставляют, бомбу. О, я буду Энардом. Вы думаете, я не спущусь? А я спущусь, еще и два раза, наверное. Так, тут, двери... Мужики! О. Так, я думаю, классный, кто-то звук. На кухне сидит. Давай откроем дверь. Ах, кто-то не хочет открывать дверь. Димон, мочи их за это. О, жесть. Ты чё, мужик? Это кого еще? О. Препятствие. Угу. Очень мощные. Ты как здесь проходить должен? А ну иди сюда, сейчас за ногу укушу. О, я буду крячкой. Иди сюда. Ой, кто-то тоже калитку на первом этаже поставил. О, да? Калитка уже дедушкина пошла. Так. Да кто трупа топтаемся, встань уже. Ай, больно, ничего себе, калитой. Да, что-то она, Дима, уго, жгёт, ну слабо. Это тусовка аниматроников. Угу. Пижамная вечеринка. Никита. Ничего себе, твоя штучка очень мощная. Так, я чувствую, что на втором этаже нас ждет пекло. Да вот они среди тут стоят. Давай поднимемся на второй этаж, на втором этаже, наверное, много аниматроников. Да чё, гранату кинул и текать. Охранников. Ого, давай. Жахнуло. Так, ладно, Димас, я пошел на улицу, посмотрю, как там. Короче, Димас, они, наверное, все на втором этаже сидят. Ты так думаешь, тоже, да? Да они этот дом взорвали полностью уже. Просто уничтожили, минус домище. О, смотри, видишь в окне этого? Да-да-да, на картофанах пошел. Вот он, Димас, поставил кучу бомб, я пролетел быстренько, они меня не активировали бомбы. О, Димон, давай ставим невидимыми. Ой-ой-ой-ой. Блин, пробежал мимо, не успел его замочить. На. Серега ходит как довольный, такой как на работу в пиццерии. Всех убивает. Пацаны, мы невидимые здесь в доме. Может, пусть на Димон бы оружие какое-то возьмут? А давайте, ребята, вы сейчас еще раз попробуйте застроить дом, мы пока пойдемся на улицу. Давайте. Ловушки, да, пусть поделают? Да, пускай построят эти калитки везде, на каждом проходе, и везде понаставят ловушек. А то мы уже все уничтожили. Можно сказать, захватили этот дом. Они не успевают. Хорошо, выходим. Какие-то аниматроники смотрят в окно. Черт побери, что делать? Происходит. И вас это классно. Только я маленький аниматроник, вы здоровые, блин. Ну конечно. Смотри, мы уже на кухне творится. На кухне настоящая готовка борща происходит. Какая настоящая готовка ловушек? Ловушки. Ого, готовятся. Сколько они поставили слева, посмотри лазеров волк, сколько. Волк, загляни туда, на кухню к нему. У него жопа не пролазит, как всегда, объелся гамбургеров. Объелся, да, смотри. Ну как будто на кухне уже стоит. Так, давай сюда сходим. Да, а куда это сюда это? Так, надо поменять мне аниматроника, какого-то жесткого. На дереве сидит. Кукушка. На дереве какой-то физган. О, я буду маленьким.
Так, я думаю, калитки поставил. Ну, ловушки, наверное, уже все у вас, уже все деактивированы. Деактивированы. Но... Так, ну что, волчара, давайте. Давай, заходим по одному. Ого, ловушки. Ого, сколько дыма, вы чего? Знаешь, Дима, это напоминает, как будто мы штурмуем дом. Да, спецназ против террористов. Есть такие игры, где там надо вот дом вот так вот штурмовать. Так, 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 тут ловушка, я его специально... Ай-яй-яй. Они на своих же ловушек и погибают. С4, здесь, кстати, трудно. Опа, я прошел. Дружище, а ну-ка иди-ка сюда-ка. О, Димон, тут калитку вижу, какую-то конченую. А ты это можешь ее отодвинуть так. О, я вижу чью-то тень. Серега, ты на первом этаже ходишь, а у тебя голова торчит на втором. Идите на второй этаж, я вам покажу, что они тут сделают. Я вижу эту калитку бешено, она меня бьет. Да не, не эта калитка, дальше иди, проходи. Ай! Ой, кто-то еще и постреляет. Да смотри, они оружие расчехлили. Ну все, пацаны, расчехлёс пошел. Сейчас мы вас тоже расчехлим. Так, кусай за жопу его. А, у них даже дробовики крутые. О, я вижу, короче, волчару на втором этаже. Убил. Так, волчара, пошли. Чё за калитка бешеная, алё? О, успокоил её, нет? Ого, у вас охранников здесь миллиарды. А, ну всё, пацаны, вам хана. У них ещё в чём прикол, двери горят, понял? Ого. Серёга, давай телепортируйся. Нет. Так, пацаны, вы где? Атомная бомба. Нет. Чуть я убил его. Атомщика. Чуть не взорвало меня вообще. Так, возьму-ка я Балору. Давно не балерун нам был. На! Танцевал. Есть. Во, красавчик какой я. Так, а ну... Ах, тут вокруг дома еще бегает какой-то. О, я могу двери хавать. Класс. Оп, промахнулся. Ай, не кусай! А, Димон, мне живот, кишки пробили! Зашьёшь их. Да не! Ай-яй-яй-яй-яй! Вы чё их стреляете? На! А, отлично. Сладкая смерть. Да блин, дайте зайти, оно меня выталкивает пулями. Так, пошёл на второй этаж. Блин, Димон, да что ж ты такой? Вы меня с Серегой теперь будете убивать каждый раз. Я, Димон, не хотел, ты так просто быстро из угла выскочил, я думал, что это враг. Ага, да, враг. Ого, на кухне какая прикольная тема. Ого. Вот, Димас, идите ко мне на кухню, помогай. Иду, иду, Димончик, спускаюсь. Здесь чувак сделал крутую баррикадину и стреляет. Не пускает? Да, вообще бешеный. Вот Серега пришел, он не может пройти тоже. Так, я иду, пацаны, ждите. Тут надо силу, надо... давай, Серега, я тебя надавлю сейчас. А где кухня, на первом этаже? Кухня, да, на первом. Ого, тяжко, Димас, тяжко. Ого, тут гранатами забросали. Смотри, что они делают, они на улице чекают нас. Ого, у них тут банда. Бандиты. Димас, теперь я отомстил. Нормально. Всех убили. Охранники что-то как-то очень слабоваты. Мочу! А ты засранец. Ну убейся! Ой, сейчас отодвину твою магину. На! Ого! Столько взрывов. Ты чё тут дымища? Ты чё тут мне хочешь убить? Ого! Добрый день. Димон, они нас убивают. Да нет, они меня не убивают. А меня мочат. Мы их убиваем. Я позвал самого маленького брата, идите сюда. На тебе. Во, какой кабан. Ай, РПГ в живот. Так, а ну иди сюда. Видимо, я им отомстил. Я тоже, Димон, отомстил. Во, я... Знаете, как хорошо вас всех видно откуда? Во, видишь, Димас? Во, вижу, Димончик. Ай, блин, обсирашку кинул. Крыша, десант пошел, десантура. Ты чё от меня хочешь? Сверху. Видел, я сверху нападаю на них, короче. Так, нормально, мы их всех убили.
И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!